сюжет детективной мелодрамы, Хуа-Жун разворачивается в удивительном месте, где пользуется особой популярностью культ бессмертия. Однако обычным жителям этого королевства долголетие было недоступно на протяжении долгого времени. Тем не менее, они не теряли надежду обрести его. В этой необычной стране жила юная Вэйчжи, которая постоянно попадала в серьезные неприятности. Она постоянно привлекала неприятности. Ее считали причиной неудач. Несмотря на жизненные трудности, она не опускала руки и с оптимизмом смотрела в будущее. В какой-то момент Вэйчжи отправилась на церемонию совершеннолетия, где столкнулась с группой молодых людей, которые должны были пройти проверку на наличие у них костей бессмертия. Именно в этот момент появился уникальный небесный артефакт, который продемонстрировал давно исчезнувший знак Феникса. После окончания церемонии подростки были направлены в специальную академию Байлу для обучения. Менторы должны были определить, кто из новых учеников является избранным. Организацией всестороннего расследования занимался Бог Солнца, который выступал в роли обычного учителя, чтобы выяснить истину.